Всем привет, на связи БСК Крипто, и сегодня мы разберем, как зарабатывать на новом мемном токене под названием DAG на сети Tone. Как вы знаете, мемные токены распространились уже очень круто, они не имеют под собой какой-то подвязки, но зато они очень волатильны и могут приносить очень большой доход. Давайте же разбираться, как мы будем зарабатывать на этом проекте, в том числе на нем зарабатывать можно как торгуя, так и участвуя в новом аирдропе, который появился совсем недавно. А перед началом этого ролика не забываем подписаться на мой телеграм-канал, где информация выходит гораздо раньше и гораздо более актуальная. Ссылка на него будет в описании под видео. Итак, сейчас мы изучим график токена. Как вы видите, он неплохо подрос за последнее время. И на данный момент капитализация токена всего 100 тысяч долларов, а в ликвидности залито 22 тысячи. Это достаточно немного, и расти еще есть куда. Всего на данный момент в эмиссии 850 тысяч токенов. То есть это тоже небольшое количество. Соответственно, надеемся, что и дальше проект будет расти. Давайте мы теперь перейдем в саму тапку. Для этого нажимаем Go Tap. Ссылку на нее я также приложу в описании под этим видео. И тут можно поучаствовать в аирдропе, где абсолютно рандомные игроки получат аирдроп. И давайте перейдем в саму тапку, нажимаем Go Tap, нажимаем Tap, и нас переводит на просто довольно-таки простую тапку, то есть мы просто жмем на нее, и в день можно делать так 7500 раз. Также тут есть лидербот, нажав на него, вы можете посмотреть лидеров, топ-5 лидеров, которые занимают топовые места, думаю, пробиться туда вполне реально. Собственно, тапка достаточно простая. Обязательно участвуем, так как эта тема абсолютно без вложений, и шанс выиграть есть у каждого, поэтому, думаю, участвовать нужно всем. Также есть второй способ заработать на токене, это купить его и ждать роста курса. Для того, чтобы это сделать, нужно перейти в XBOT, это бот, в котором можно без проблем покупать токены и создать кошелек. Давайте перейдем к этому процессу, и для того, чтобы это сделать, нажимаем «Приступить к торговле», у нас записываем сетфразу, записываем адрес кошелька, копируем его и туда отправляем небольшое количество тон со своего основного кошелька Wallet, либо другого, любого другого абсолютно. Итак, для того, чтобы это сделать и купить токен, нажимаем «Добавить токен», после чего вставляем адрес контракта. Адрес контракта я приложу в описании под этим видео, также у себя в телеграм-канале с полным гайдом. Добавляем токен, нажимаем «Добавить», после чего он у нас сейчас отобразится. Итак, да, он отображается у нас, нажимаем на него, чтобы им торговать, и переходим на страницу моего токена. Сверху у нас вот есть такие вот две стрелочки вверх и вниз, нажимаем на них. После того, как попали на торговлю, выбираем количество, на сколько тонов хотим купить. Также выставляем проскальзывание, например, 5%. Можно пробовать выставлять и меньше, и, возможно, транзакция пройдет. И также вам показывает количество, сколько MAQUAQ токенов вы можете купить за эти средства. Итак, я пополнил свой баланс на 1 тон, и сейчас буду покупать небольшое количество токенов. Снова перехожу в график, нажимаю Trade, выставляю 5% проскальзывания. И нажимаю купить. Как вы видите, там есть небольшая комиссия. Учитывайте ее, соответственно, при пополнении. Возможно, смарт-идея будет прикупить на небольшое количество тонов этот токен. И токены уже отображаются у меня на балансе. На данный момент я заканчиваю свое видео. Все ссылки я приложу в описании под ним. А в конце этого ролика хочу порекомендовать посмотреть мой гайд, как забрать 0.4 тон с биржи OKX совершенно без вложений за пару минут. Ссылка на видео сейчас появится справа вверху на экране. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!